Вот уж и осень. Скоро дожди пойдут. Ветер завоет. Самое гриппозное время. Держите ноги в тепле. У природы нет плохой погоды, и все же лето отпускать так не хочется. Как говорят синоптики, природа перебросила нас в климатическое будущее на целый месяц вперед, в октябрь. Так что держать ноги в тепле – совет полезный и для взрослых, и для детей. Но это не значит сидеть дома. Совсем наоборот. Это правильный рацион питания, это правильный образ жизни. Это обязательно спорт, обязательно прогулки. Нынешние дети очень часто сидят дома, не выходят. Очень много занятий действительно школа сейчас дает. Это много у компьютера, они много сидят на телефоне. Вот это все в общем мере способствует, конечно, снижению иммунитета. Ну и повышение иммунитета – это, конечно, прививочная кампания, которая началась сейчас. Поступил грипп, гриппол, ультрикс. От Минздрава Московской области позволит нам, всем желающим, сделать прививки. И я не исключение, мои дети тоже будут делать прививки от гриппа. Противопоказаний для вакцинации практически нет. Постарайтесь защитить себя и своих близких от вирусов. Пока на улице холодно, но скоро, если верить прогнозам, нас ждет настоящая золотая осень. Болеть будет очень обидно. Все замечательно. Вторую прививку сделали. Все хорошо. Первая была безболезненная. Так что делайте прививки, прививайтесь, будьте здоровы. Но позитивный настрой, активный образ жизни, общение с соблюдением всех санитарных мер пойдут иммунитету только на пользу. Качаю пресс 30 раз на них этих. Бегом на работу. Так, стараюсь не ездить на машине, потому что машина убивает полностью нервы. Жанна Набок, Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».